9 октября, день рождения сына. Честно говоря, за Apple обидно. Стив Джобс мог еще жить дожить, но рак пожелал его убить. Яблоко от яблони недалеко падает. Самый лучший фрукт, пусть яблони цветут. Я поздравлять вчера собиралась, почему-то чуть черная не одевалась. Так всегда в жизни бывает, один рождается, другой умирает. Яблоко от яблони недалеко падает, самый лучший фрукт, пусть яблони цветут. Несколько дней тому назад больно мне было читать. Старый Apple компьютер хотят хоронить, на запчасти, как на органы, хотят предложить. Яблоко от яблони недалеко падает, самый лучший фрукт, пусть яблони цветут. Да, прожил счастливую жизнь, мир любил и смог изменить. Пусть вчерашний о будущем ролик воспримем, как благословленный тобою. Яблоко от яблони недалеко падает, самый лучший фрукт, пусть яблони цветут.